В Атырау начали курсировать новогодние автобусы. Настроение пассажирам под конец этого непростого года поднимают никто иной, как Дед Мороз и Снегурочка. Новый год – пора чудес и сюрпризов. В Атырау поездка в общественном транспорте заставляет улыбнуться, пожалуй, каждого. Вместо привычных водителя и кондуктора встречают Дед Мороз и Снегурочка. Праздничную атмосферу придает и красивое новогоднее оформление салона. Настроение поднялось. Это так необычно видеть, то, что кондукторы одеты в Снегурочку. А обычно они же так ходят хмурые. Это уже плюс как-то идет. Спасибо, кто организовал это. Не забыли в транспорте и о санитарных нормах. Главные персонажи Нового года ездят в масках. Такие необычные поездки в общественном транспорте организовали для жителей владельцы автопарков. Главная задача, несмотря ни на что, поднять настроение и подарить веру в чудо. Из-за пандемии жители не чувствуют новогоднего настроения, поэтому мы придумали это и организовали. Приятно наблюдать за эмоциями наших пассажиров. С их лица не сходят улыбки. Им очень приятно, и они выражают нам благодарность за подаренное настроение. На необычных новогодних автобусах ежедневно ездят около 600 человек. Такой транспорт будет курсировать и радовать горожан до 6 января. Анастасия Сулейманова, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.